Итак, всем привет! Вы на канале Эрик Антона, и мы продолжаем проходить игру Prey. Так. И идем в невесомость. Ну или я даже не знаю, куда мы идем. Короче, куда-то мы идем в атмосферу или хрен его знает куда. Сейчас посмотрим. А, обшивку Талоса мы идем. Посмотрим, что она из себя представляет. Это обшивка Талоса. Таксик. Таксик, Максик, ну-ка. Погнали. Гравитация. Так. Так, пониженная гравитация. Ваш костюм Транстар оснащен реактивной установкой, позволяющей перемещаться в космосе. Используйте A для перемещения в невесомости и A для усиления тяги. Нажмите RBB, чтобы затормозить. А, нажимая A, чтобы подниматься, и B, чтобы отпускать кнопки. RBB управлять креном. Так. Ногами. Полный крутяк. Так. Три человека. Так, и куда мне надо? Мне надо Мэйли Мелинар. Труп человека. Давайте. Так. А, ну то есть здесь и стрелять можно. Или даже нужно. Так, не совсем понятно. Так, но мне нужно найти пропуск в мастерскую только какая-то аппаратная лаборатория. Мне вообще надо в аппаратную лабораторию. Давайте доплывем хотя бы до одного трупа. Посмотрим, что он даст. Ну, долго, кстати, мы идем, а как бы... А, вот она тяга. Херню использовал. Так, ладно. Доктор Лоренса Кальвина и мастерская доктора Кальвина. А тяга заканчивается или нет? Я вот этот момент. Ну да, тут надо просто побыстрее увеличивать, я что-то тупанул. Так, стоп, что такое? Шлюз. Электростанция закрыта, ладно.
я никакой пароль не знаю. Патронов и так херово туча. Не, ну кто же интересно исследовать? Так. Рубина, новая задача. Так. Войти в лабораторию волевой. Чё там? Так, а что написано? Панель. Еще мне инструкцию даст. Чертежи. Исследований нет. А, войти в лабораторию вольной физики, аппаратная лаборатория. Так, а мне надо... Доктор... Подождите. Что такое? Я болен. Сам не свой. Пожалуй, я сегодня не выйду на смену. Ладно, мне закончить этот набор. Я изготовила чертову прорву стекла. А, набор? Вот есть. Вы нашли его. Да, неудивительно. Что? Молодец. О, наконец-то. Мию. Это доктор Кальвино. Что такое? Я болен. Сам не свой. Пожалуй, я сегодня не выйду на смену. Ладно, мне закончить этот набор. Я изготовила чертову прорву стекла. Набор? Я не могу вспомнить. Вы попросили меня создать новый набор. Вы, наверное, не так поняли. Вы лучше не трогайте мою аппаратуру, пока меня нет. Видите ли, вы оставили мне сообщение. Я бы этого и не делала, если бы вы не... Нет, нет, конечно. Я помню. Просто сейчас это не важно. Это не важно? Поговорим об этом завтра. Мию, это доктор Кальвино. А, я думал, вы легли спать. Или игнорируете меня. Я хотел... Я завтра опоздаю на смену. Но хочу, чтобы первым делом собрали новый набор микролинз. Старый уже мне не нужен. Возьмите все, что нужно в машинном цехе. А если Клайв будет выделываться, просто стащите, когда он отвернется. Так, ну что? Нам не положено знать код, но я все равно его высылаю. Так, я так понимаю, я могу идти отсюда. Так, теперь я могу попасть, соответственно, в мастерскую доктора Кальвино, найти Мэри Марина, мастерская секция, войти в работу вольной физики, аппаратная, войти в лабораторию, аппаратная лаборатория, да? Так, еще раз, секундочку. Карта. А, ну все, в мастерскую-то мы сейчас пойдем, мы же пропуск нашли. Можем возвращаться.
пока ты здесь уже был. По-моему, да? Все, ладно, выходим. А, ну пошли вот сюда еще сходим. Мне кажется, вот в этом сундучке. Может что-то быть интересное. Ух ты, какая-то бомба, тихо-тихо-тихо. Волновой глушитель. Нуль волновой глушитель, созданный в лаборатории психотроники, испускает серию импульсов, которые недолго подавляют пси-способности любого существа в зоне действия. Понятно. Так, давайте вообще, подождите, уберем. Открывается люк, и мы возвращаемся в аппаратную лабораторию. Поехали. Ну что, пропуск у нас. Вернемся сейчас в аппаратную лабораторию, посмотрим, что мы здесь, может быть, упустили. Так, погнали. Так, мастерская доктора Кальвина. Передвигаюсь. Осторожно. Я не могу чинить себя. Ух. Так. Где это? Почини. Чини меня. Изучаю. Чини, ваш чини. Костюм немного изношен. Я прав. Работа выполнена. Тут и изучать нечего. Так, а где еще? Тихо. Тихо. Так. Обыскал.
отлично. Так, у меня есть набор улучшения оружия. Боезапас увеличить, скорость перезарядки, отдача. А чё отдача, она ничего не мешает мне. Давайте боезапас увеличим. Так. Нуль вольновой глушитель. В снаряжении ноль. А, ну то есть если я один раз уже слетал, то все, да? Так давайте его один раз сделаем. Создадим. Пригодится в любом случае. То есть я понял, что могу летать только раз. Так. Реактивный модуль. Не, ну а что тут патроны только? Вот патроны. Так, смотрим. Так. Блять, как же мне эту херню-то отключить? Может один раз слазить, попробовать? Давайте я сейчас попробую, если не получится, ну тогда и хрен с ней. Внимание! Угроза жизни. Я не успел починить. Хотя, если бы у меня было полное здоровье, может быть, бы и успел. Так. Так. Сейчас сходим наверх. Так, ребят, я подлечился, сейчас попробую. Сохранился? Нет. Блин, конечно нет. Блин, чё, подлечился и не сохранился? Ну, конечно же нет. Ну, жесть. Внимание! Угроза жизни. Да всё, она уже... Жесть вообще. Просто, блядь, ничего не получается. Так, ладно. Как же мне сюда пройти-то, блядь? Как мне починить? Эту хиромантию. Внимание! Ёб твою жизнь! Как бы не проскочить сначала туда, да? Соответственно. Там бы сохраниться. Внимание! Так, блин, смотри, что. Внимание! Внимание! Понял, что внимание! Сейчас, подожди, он же не все время бьет. Так, вот он бьет, не бьет. Бьет. Разрушенная схема наша. А новые инструкции. Внимание, угроза жизни. Так, это полный понт. Как-то надо ее починить, а как? Схема нашла новые инструкции. Определение ремонта. Вот разрушенная схема нашла новые инструкции. Я нашел вас. Не осталось.
Мне нужно отрегулировать ваши компоненты. Разрушенная схема нашла. Так, а что там есть за защита? Ну-ка. Так, сейчас. Аптечка, понятно. А вот это что такое? А, пси-потенциал. Инструкция. Слушайте, ну давай, подожди. Ладно, хрен с ним, давай, я ни разу аптечку не использовал, я использую эту глиновую аптечку, мне их уже тем более 13. Так, мы сохраним сейчас. Ну не, я не успеваю чинить. Как защититься? Как тут защититься? Давай еще одну аптечку используем. Хрен с ней. Я встал. Блин, как же ее это... Хиромантию-то убрать, ребят. Блин, вот завис я. Я нашел. Так, ну ладно, что, как бы, что-то я уже... Не волнуйтесь, я не стану сразу разбирать вас. Стирали, не оставь. Внимание, угроза жизни. Ну ладно, уже веселее. Ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Что тут, как будто, знаете, как будто я здесь и не лазил. Куча всего нового появилось. В принципе, игра приобретает интересный разворот. Идем лечиться. Пишите, как вы прошли, смогли бы ли вы отключить эту штуку. В принципе, будь у меня сейчас здоровье побольше, я бы, наверное, ее бы смог отключить. Я уже, кстати, подумываю об этом. У вас назначен сеанс. Господи. Давай. Я гарантирую ушибы, усталость. Ничего смертельного. Я скоро поставлю. Ну что, все, идем дальше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.